Радио 1 плюс в Кишиневе. Электричество. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал Баку удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией, сообщает Госдеп. Кроме того, Блинкен заявил о необходимости немедленно разблокировать Лачинский коридор для восстановления движения коммерческих грузов и снижения риска гуманитарного кризиса, а также выразил беспокойство относительно соблюдения прав человека в Азербайджане. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «Фонд Андрея Сахарова», сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности нашей страны. Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в соответствующий перечень. Исполняющий обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Алексей Комиссаров сообщил, что обсудит открытие филиалов вуза в новых регионах России. Он также добавил, что академия продолжает готовить кадры для работы в новых регионах и запустит для этих целей большой проект. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. Слушайте «Радио Спутник». Это прямой эфир на «Радио Спутник». Всех приветствую. Татьяна Лазяева у микрофона. Напоминаю, телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8 968 766 33 11. В этом части мы обсудим главные новости к этой минуте. Начнем с того, что ближайшие недели станут решающими в украинском конфликте, в том числе для Европы. Такое мнение высказал глава Евросовета Шарль Мишель. Тем временем, по данным российской разведки, ВСУ размещают дорогостоящие и дефицитные западные вооружения, которые им поставляют на атомных электростанциях. Подробнее по порядку сейчас об этом и поговорим. Мне в этом поможет... Дорожное радио Приднестровья. Интеррадио. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Пока.